Здравствуйте, уважаемые участники! На моих часах уже время начала. Если всем меня слышно, я прошу поставить плюсик. Ага, вот я вижу, что Макжан, по-моему, да, увидел, да? Жанна, Андрей, Индира, Комбат, чудесно. Все меня видят и все меня слышат. И мы можем начинать. Во-первых, уважаемые коллеги, дорогие друзья, я вас рада приветствовать на нашей площадке Алматы Менеджмент Университета. Я рада, что вы полны энергии, что вы пришли, нашли время. Хочется всех просто обнять, несмотря на такое огромное количество участников. Сейчас вот в условиях, когда мы все так отдалены друг от друга этим карантином, и ситуация непростая вокруг нас. В общем, рада вас приветствовать и хочу пожелать вам и вашим близким всех-всех благ. Пока вот еще люди собираются, я вижу, что 172 и что-то увеличивается периодически участника, я зачитаю приветствие директора Высшей школы бизнеса Алмаю Куренкеевой Гульнар Турдалиевны. Высшая школа бизнеса Алмаю, как лидер казахстанского бизнес-образования, считает своим долгом внести вклад в общее дело и помочь пережить эти сложные дни нашим друзьям, партнерам, слушателям, выпускникам и всем гражданам Казахстана. Мы запускаем бесплатную программу «Алмаю Бизнес Лайфхакс». Проведите с пользой месяц и получите ключи к решению насущных проблем, от житейских до управленческих. Мы постарались подготовить для вас, ваших детей и родителей, ценные советы. Завтра будет вебинар «Выживаем в ситуации неопределенности. Лайфхаки от психолога для всех-всех-всех бизнес-тренера Алмаю Зубовой Надежды». Психолога, коуча, гештальт-терапевта. В общем, это будет завтра. Я приветствую вас сегодня. И мы будем говорить о работе с удаленной командой. Даже про психотипы, технические и поведенческие лайфхаки. И надеюсь, что от вас будут поступать вопросы, и вы будете отвечать на мои вопросы, потому что те, кто меня знает, звука еще нет, я с мобильного. И Евгений пишет, что пока тишина. Ага, все, звук есть, Нурия, спасибо. И видно, и слышно. Спасибо, Жанна. И я, кто меня знает, наверное, уже готовы к тому, что я тоже люблю задавать вопросы, поэтому готовьте, что вопросы будут и от меня к вам, и надеюсь, что от вас ко мне. Начать хочу с исследования, из информации, которую предоставил буквально на днях позавчера Bloomberg. После перехода на работу из дома из-за пандемии коронавируса в мире, офисные сотрудники начинают в среднем работать на 2 часа дольше, чем на той же работе в офисе. И те из моих клиентов, партнеров и коллег, которых я опросила, они с этим утверждением согласны. Сегодня, работая из дома, люди подключаются к решению управленческих вопросов очень рано, заканчивают иногда очень поздно, постоянно вовлекаются в течение рабочего дня. Правда, у нас это осложняется тем, что условия, это вот статистика США и Европы, в Европе на 2 часа, в Штатах на 3 часа больше, как заявляют исследователи. В Казахстане может быть немножечко сложнее, потому что у нас не так много пространства дома, и если у кого-то есть семья, ну, а ощущение какого общества коллективистского, что семейный статус у нас чаще с детьми, с родителями, с супругами, чем нет. Да, чем человек живет сам один в квартире. И поэтому, конечно, работать в этих условиях становится еще сложнее. Когда ограничения будут сняты, говорит Дэниел Маркуссон, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома. Вот на этой ноте фактически мы начнем. Я знаю, что за нами присматривает наш администратор, да, Айсана, и она, наверное, свяжется, Динара, с вами. Я надеюсь, что ваш хелп не останется без ответа. Ага. И первый вопрос от меня. Каковы плюсы удаленной работы? Мы будем говорить с вами и о точке зрения работодателя, и о точке зрения сотрудника. Назовите, пожалуйста, как минимум 2 для каждой категории. Чем хороша удаленная работа?
для компаний, для работодателей и для сотрудников. Экономия средств и времени. Гибкий график для людей. Да, для сотрудника свежие идеи. Ага, можно ходить в пижаме и работать. Страшный комфорт. Риск заражения снижается. Это очень актуально сейчас. Да, никто не опаздывает. И меньше поводов ругаться и наказывать. Не стоишь в пробках. Экономия времени. Совершенно верно. Креативность мышления. Созданы условия. Нервы больше в покое. Совершенно верно. Сразу понятна нагрузка. От работника минимальные затраты. Замечательно. Спасибо большое за ответы. Кстати, обратите внимание на данные для сотрудника. Я вот здесь написала, что в 2018 году в Штатах проводилось исследование. Из уже проработавших на удаленке 90% людей не хотят возвращаться в офис. Только 10% хотели бы вернуться, предпочитают работать в традиционных условиях. Вот 90% не хотят. Эрдак пишет, что в будущем точно не будет офисов. Вполне вероятно. Несколько, давайте посмотрим, что совпадает с моим. Это точно экономия на организации рабочих мест. По оценкам некоторых экспертов, от 15 до 20% расходов на персонал мы экономим. Расширенные возможности рынка труда, потому что вы не ограничены географически рынком труда. Вы можете привлекать людей из совершенно разных мест на удаленные условия. Для сотрудника и экономию на транспортировке, и большую гибкость в графике, которые являются, ну вот как показывает опыт последних десятилетий, там парочки десятилетий, являются таким хорошим условием развития креативности. Так что в этом мы с вами абсолютно совпали. Ну и понятно, логически, не всякий может работать удаленно. Ага, но вы хотите, чтобы вам все-таки дома лежать. Бывает такое. Отсутствие контакта с руководителем, Ерлан, это плюс или минус? Потому что я как раз перешла к минусам удаленной работы. Каковы минусы удаленной работы? Ага, есть какие-то ограничения технологические, да? Посевную из дома не проведешь. Зависит от времени, все время хочется на кухню. Отсутствие живого общения, неясной задачи. Ага, продуктивность и мотивация у многих снижается. Ну вот я, честно говоря, не знаю, на какие исследования вы опираетесь вот в этом заявлении, потому что пока из тех творческих, скажем так, позиций, которые требуют решения творческих задач, пока об этом никто не сообщал, да? Чаты убивают, минус рук не видит вовлеченности. А, минус руководитель не видит вовлеченности сотрудников, да? Работы становятся больше, чем обычно, нет четкой регламентации. Это точно, Анар, я с вами согласна на 100%. Угу. Требует высокой самодисциплины. Ага, не всегда понятно, как кто работает. А, нет, если работа работается, то как раз понятно, кто как работает. Абсолютно согласна, буквально сегодня читала заметки практиков-менеджеров российских, которые говорят о том, что удаленка сразу показывает who is who. Из минусов основных, на которых я хотела бы обратить ваше внимание, это неочевидная для других фрустрация. Состояние раздражения, разочарования, непонятности, которое влияет на вовлеченность человека, настрой, инновационность и долгосрочную мотивацию. Требование высокого уровня технической и организационной компетентности как руководителя, так и команды. Сегодня прочла: если ты плохой руководитель, то ты не сможешь руководить в условиях удаленки. Вот так говорят практики, ну, большинство практиков. Зависимость от состояния связи, технической обеспеченности и так далее. В общем, иногда, да, совершенно верно. И как раз вот здесь это Бахетнур пишет, что иногда подводит интернет. Представьте себе ситуацию, помните, когда у нас глушили интернет по всей стране, и работать удаленно в этих условиях было бы, наверное, достаточно сложно. Да, Жанна, я очень согласна с вами, фрустрированное эмоциональное состояние – главный минус потенциальный. Итак, мы идем дальше. Какие платформы и программы сегодня готовы помочь нам в организации удаленной работы? Microsoft Teams очень любят сегодня компании.
Ну вот ориентировочно кто-то из моих клиентов и партнеров говорит о том, что они покупают лицензию по $12 на человека. Я, правда, точно не знаю, на сколько человек они покупают. Наверное, здесь зависит от масштаба. И сейчас идет у них акция, что 6 месяцев бесплатно. Да, или это есть Microsoft Teams в пакете Microsoft Office Premium. Так что можно там посмотреть. Там же есть OneDrive, SharePoint, OneNote, Advanced Threat Protection и какие-то. Я думаю, что презентацию мы скинем, Лариса, должно быть все хорошо. Кто-то использует Google экосистему. Google Meet, Google Диск, Google Чат и так далее. Все вместе. Очень хорошо платформы работают WebEx и Zoom. Ну вот кто-то из коллег уже жалуется, что Zoom эти дни подвисает, потому что очень большая перегрузка. Figma и Miro предоставляют нам доски, на которых можно работать вместе. Кстати, Miro предоставляет 3 доски бесплатно. Вы платите только, если будет больше. Поэтому и это еще не все. Жазира пишет, что я зависаю. Если вдруг какие-то проблемы, несколько человек должны это отметить, Жазира, если люди не жалуются, то тогда это что-то с вашим интернетом. Какие основные технические моменты надо обеспечить для удаленных работников? Доступ к информации в первую очередь. Облачные хранилища. Второе – связь, возможность общаться и регулярно получать обновления. И вот здесь мы используем разные каналы. Мы сейчас на платформе GetResponse. Бахетнур. Гибкость, возможность использовать наиболее удобные устройства в каждый конкретный момент. А может быть, одновременно несколько. Система безопасности данных. Очень, очень важно. Что меняется прежде всего при переходе на удаленную работу? Во-первых, способы коммуникаций. Мы теперь переходим с вами на опосредованные коммуникации, которые не предполагают прямой обратной связи, одномоментной. Сразу, которые проходимость канала технически опосредованного, она ниже. То есть мы не всегда видим эмоции. Вот сейчас вы видите выражение моего лица, но вы не видите телодвижений, я не могу дистанцироваться или приблизиться к вам. В общем, какие-то нюансы, они уходят из нашего поля зрения. Восприятие нами этой коммуникации – еще один очень сложный момент. Я думаю, что вы знаете, что мы видим и слышим не то, что хотим увидеть и услышать. Зачастую мы видим и слышим то, что мы хотим. Ой, не то, что нам рассказывают, показывают, а то, что мы хотим увидеть и услышать, мы слышим. Поэтому вот здесь восприятие информации. Я имела в виду одно, отправила вам сообщение, а вы можете интерпретировать это по-своему. И здесь огромный потенциал ложных интерпретаций со стороны человека, которые, ну, например, вызваны проецированием. Я сейчас испытываю какие-то негативные эмоции, может быть, страх, переживание, недоверие, и третий человек мне написал сообщение, я могу интерпретировать это вот как раз под воздействием своих эмоций, что и он тоже хочет меня задеть или обидеть. И сложно строить корпоративную культуру, потому что нет вот этих коммуникаций. Сложно отслеживать поведение человека и корректировать это поведение. И, конечно, для руководителей в этой области тоже есть большие вопросы. Спасибо, Салтанат, за поддержку. Что особенно важно для удаленной команды? Готовясь к этому вебинару, я буквально вчера участвовала в саммите Reinvention Academy. Кстати, хочу сказать, Надя Жексимбаева, наша соотечественница, которая сейчас живет и работает в Штатах, но вообще работает по всему миру. Она одна из создателей, по-моему, вот этой Reinvention Academy. Очень среди консультантов и бизнеса очень авторитетное, развивающее и консультирующее учреждение, Центр развития и консалтинга. И вчера с тезисами о работе удаленной команды выступала на этом саммите Сарика Харбанда, известный эксперт по обучению удаленных команд. Что она говорит? Повторите под фио, спасибо. Ага, Галымжан, не очень поняла.
да, под названием слайда есть фамилия, имя, отчество. И я хочу сразу повторить, сразу обратить ваше внимание, что последний слайд презентации, как раз все использованные источники мной будут перечислены. Начинает Сарика с того, что для удаленных команд особенно важно создать психологически безопасное окружение и достижение доверительных отношений. Да, Надя Жексимбаева. А, все, Галымжан, я не поняла, чью фамилию спрашиваете. И достижение доверительных отношений. Второй важный. Если у всех прекратилось, Гульжахан, то тогда мне, кроме вас, еще кто-то напишет. Да, вот видите, если Галымжан отвечает, то все нормально. Ориентируйтесь на других. Можно я не буду больше комментировать? Я буду ориентироваться, если многие начнут жаловаться, то значит проблема во мне. Если вы один жалуетесь или одна, то может быть что-то с вашей стороны технически. Второй момент – вовлечение персонала в планирование и построение процессов, так называемый процесс co-create work. Определение общих норм поведения, построение уважительного отношения к различным перспективам, правильное отношение к конфликтам, превращение конфликтов в двигатель, в силу созидательную, в силу развития, в силу инновационную. Изменение установок как у руководителя, так и у исполнителей с ориентацией на задачу к ориентации на результат. Эффективная и постоянная обратная связь, нацеленность на совершенствование через ретроспективу, в том числе, но я бы сказала даже и в первую очередь, нацеленность на самосовершенствование. Если каждый из нас, работая в удаленном формате, будет понимать, что без самосовершенствования невозможно достичь нужных результатов, то, конечно, ничего не получится. А если мы понимаем, что нужно совершенствоваться, то мы и критическую обратную связь воспримем абсолютно нормально, будем воспринимать ее как подарок. И давай, я сегодня хочу рассказать про три момента, если мы успеем, да, я надеюсь, что мы будем успевать, про три момента из этого списка, про все остальные, если вдруг будет необходимость какие-то моменты раскрыть еще, вы сделаете запрос, и я под этот запрос в свободном графике вот наших лайфхаков серии, я подготовлю следующий, более подробный, по каким-то вашим вопросам. Обязательно что-то сделаем, если будет интересно и будет потребность. Итак, как сделать психологическую атмосферу более безопасной и построить, укрепить доверие? Это первый вопрос к вам. Сначала вы мне идеи даете, потом я вам рассказываю, что говорят эксперты, и буду отмечать те мнения, с которыми я лично сама очень согласна. Доверие и ощущение безопасности, которые необходимы для полноценной работы. Уверенность в себе, Назира, замечательно. Да, Бибигуль, весь вопрос в том, как создать доверительные отношения. Дополнительная мотивация, инструкции, раскрепощение, демонстрировать спокойствие, хвалить побольше, абсолютно правильно. Согласованность, контролировать тон, невербалику, обеспечивать открытость, в том числе говорить, своевременно давать обратную связь, поставить общие цели. Замечательно. Замечательно. Определить правила поведения, Ирлан. Точно. Объяснять, все объяснять, проявлять заботу, писать, говорить и коммуницировать мягче. Замечательно. Спасибо большое. Давайте теперь сравним. Давайте сравним, что я для вас подготовила. Итак, я согласна с большинством из ваших комментариев, и, может быть, более какие-то конкретные инструменты и прямо примеры, да, модели поведения. Во-первых, знакомьте людей не только как коллег, но и как личностей. Очень рекомендую менеджмент 3.0, менеджмент 3.0. Это сайт профессиональный, он... Очень много инструментов, по-моему, игротехника, вот что-то такое с построением атмосферы дает. Вот там есть, например, Personal Maps. Идея замечательная. Это аналог, да, скажем так, упрощенная какая-то версия Mind Maps, карт ума, в которой вы просите, вот если сотрудники знают уже друг друга, то вы просите их, например, сделать карту, в каждую неделю готовить карту на одного человека, на одного из своих коллег,
Все, например, сегодня готовят на меня personal map. В середине они ставят мое имя, и от него начинаются ответвления, да, вот эти дорожки карты ума. Что они знают о моей квалификации, что они знают о моей работе, что они знают о моей жизни вне работы, что они знают про мои хобби, может быть, мой международный опыт и так далее, и так далее, и так далее. По-человечески позволяйте людям проникать друг в друга. Есть такие инструменты, которые, в общем, сегодня нам этот процесс облегчают. Если ваши люди не знают друг друга, то, ну вот, рекомендуют использовать какие-то... идею каких-то макетов для видеопрезентаций. Обязательно дайте людям записаться, задайте им какие-то вопросы, такие необычные, чтобы человек мог выбрать из этого большого списка те вопросы, на которые он мог бы ответить. Да? Ну, вот какой-то аналог того, что делает в конце своих интервью. Так, забыла. Хорошо. Регулярно и, по возможности, чаще переключайте разговоры на видеозвонки для большего взаимопонимания и эмпатии. И вот здесь очень важно, как, на что обращают внимание некоторые эксперты, чтобы руководитель старался всегда при коммуникациях со своими командами по возможности быть в видеорежиме. Вот всем сотрудникам не обязательно, но руководителя должны они видеть, потому что руководитель – важная фигура в команде. А видео позволяет передать эмоции, быть более эмпатичными и так далее. Обеспечьте прозрачность работы руководителя. Вот здесь не обязательно каждого работы, да, сотрудника, хотя, конечно, это было бы идеально, но своей работы расскажите, с кем встречались, о чем договорились, какие планы на эту неделю. Может быть, расскажите про достигнутые результаты. Пусть люди понимают, как вы работаете, чтобы это не было таким контролем жестким над коллективом, чтобы это было... такая подотчетность друг к другу. Вы таким образом задаете тон открытости, да, и открытости для обратной связи. Вот здесь, кстати, есть имя Нади Жексимбаевой. Перед новыми важными проектами она проводит, например, fail parties. Fail – это провал. Это вечеринки, на которых люди отмечают и празднуют свои прежние провалы. Вот перед тем, как приступить со своей командой к сложным проектам, она проводит такие вечеринки, где она первая рассказывает о своих там недавних или самых больших провалах, которые происходили в ее работе, возможно. И все сотрудники должны поделиться какими-то своими историями. Как вы думаете, зачем нужны эти fail parties? Еще и перед началом важных проектов, сложных. Сбить спесь, поддержка, опытом делиться. Здравствуйте, Марал, да, избежать ошибок, отпустить ситуацию. Вот мне кажется, близко отпустить ситуацию, раскрепоститься. Ой, Нужана, спасибо. Не бояться ошибок, не бояться обсуждать. Кто не делает ошибок? Тот, кто ничего не делает. И вот эти вот страхи, я... буквально сегодня услышала кусочек разговора коуча-психолога, что если вы свой страх проговорите, если вы им поделитесь, вы из этого страха, оказывается, освобождаете, вот тем, что вы проговорили, осознали свой страх, вы освобождаете креативную энергию. Поэтому быть готовым ко всему, совершенно верно. Это создает атмосферу открытости, Елена. Да, не бояться в этих условиях, противоречивости и неопределенности. Абсолютно точно. Еще одна рекомендация. Создайте, практикуйте виртуальные ритуалы тимбилдинга, чтобы практиковать навыки взаимодействия и сотрудничества. Устраивайте групповые праздники. Ну вот, например, Kudo Cards – это номинации, когда не руководитель оценивает результат или процесс работы, а когда коллеги могут оценить вклад каждого. И я могу, например, там в течение недели номинировать двух или трех коллег за их помощь, за замечательные результаты, за достижения, за подсказку, я не знаю, за совет, за чувство юмора. И там есть вот эти вот карты, заготовочки вот этих куда-карт, совершенно в разных направлениях. В конце недели мы подсчитываем эти виртуальные карты, кто за что получил, и победителю этой недели, ну, присуждается какой-то небольшой, но приятный приз.
можно сходить в виртуальный паб. Ну, вполне вероятно, что, может быть, и в паб. Чашечку кофе с доставкой в офис какой-нибудь замечательный, сваренный, свежий. До того, как мы начинаем «5 минут за жизнь», это инструмент, о котором я прям совершенно недавно услышала от российских коллег. До того, как они начинают свои виртуальные совещания и митинги, у них есть первые 5 минут, где они обсуждают все, кроме работы. То есть это так, как мы с вами встречаемся. Ну, если мы ждем, когда начинается совещание офлайновское, и разговариваем, как у тебя, что новенького, какие-то новости, какой-то анекдот свежий. 5 минут за жизнь до начала каждого митинга, если это только не какая-то очень срочная urgent ситуация. Отдельный чат для общения компании создают, для того, чтобы люди могли шутить, посылать смешные фотографии, и это не мешало рабочему процессу. Учитывайте интровертность и экстравертность сотрудников при выборе канала. Я надеюсь, что экстраверсия и интроверсия – знакомые термины, и мы немножечко более подробно скажем чуть позже про это. Если по этому слайду каких-то вопросов нет, то разрешите мне двигаться дальше. Ой, спасибо, Тамара Бибигуль, мне тоже 5 минут за жизнь понравилось. Угу. А Аймгуль отпустила меня, Алишер отпустил, поэтому с вашего разрешения я двигаюсь к следующему слайду. Второй момент, о котором говорила Сарика, это как, что надо повысить вовлеченность удаленного персонала. То есть co-work, создавать вместе работу. Как это можно сделать? Как вовлечь людей в постановку целей и в разработку и стандартизацию процессов? Первый ответ – геймификация, опросники, говорить об их возможном вкладе. Цель, Санжар, что с ней? Да? Озвучивать результаты прошлые, да? Работать командами. Планы, видимо, обсуждать, Асимгуль, да? Персональные задания. Напоминать общую цель. Замечательно, спасибо большое. Сказать, что от этого будет зависеть его премия. Ну, мне показалось, что у вас там смайлик, да, в конце? Разъяснение миссии цели очень важно, с этим абсолютно согласна. Итак, давайте посмотрим, как повысить вовлеченность удаленного персонала. Совместная работа, да, Елена, абсолютно согласна. Первое, декомпозиция обсуждения, то, о чем вы уже сказали в своих комментариях. Мы большую цель разбиваем на задачи, и каждую задачу уже передаем или отдельному специалисту, который может ее решить, да, имеющему достаточную квалификацию, или какой-то рабочей группе, так, чтобы уже дальше они прорабатывали эту задачу самостоятельно. Обязательно организовывать обсуждение, чтобы получить как можно лучший вариант решения каждой задачи или достижения, да, поиск пути достижения каждой задачи. Растите из удаленных сотрудников менеджеров. Им нужна систематизация и тайм-менеджмент. Поэтому обучайте, обращайте на это внимание. Очень мне нравится из этих... Адиль, согласна, работать по скрам, скрам-доске. Внедряйте систему меритократии. Отдавайте больше власти лучшим сотрудникам. Вы видите, что получается? Расширяйте его полномочия. И тогда вовлеченность удаленного персонала, она будет расти. Давайте пойдем дальше. К этим рекомендациям мы добавляем наши из списка. Третий момент. Как повысить эффективность обратной связи и обеспечить нацеленность на совершенствование? Здорово. Ставить сроки, устанавливать регламенты. Не успел страх. Нет, Ерлан, мы сейчас про обратную связь. Как услышать, что они думают? Как понять, все ли идет хорошо, все ли понятно? Ага, мини-совещание с людьми проводить, да, уже сокращать группы или тет-а-тет, face-to-face.
давать им эту возможность обязательно, проводить анкеты, регулярные совместные совещания, да, нужно выстраивать обязательно систему. Это точно. Какие-то из ваших рекомендаций уже прямо у меня, я узнаю в моем списке таких поведенческих лайфхаков. Как помочь своим сотрудникам честно разговаривать с тобой, чтобы ты знал реальную картинку происходящего как руководитель группы? Первое. Вовлекайте каждого участника. Спрашивайте мнение. Дублируйте видеоконференцию чатом обязательно. Потому что не все могут выступать, не все готовы выступать. Мы же с вами уже говорили про интроверсию, экстраверсию. Кто-то с удовольствием выступает, устутирует, более открыт, кто-то более закрыт, но при этом это не обозначает, что у них нет своего мнения, причем иногда очень-очень важного и качественного для принятия решений. Заведите традицию регулярных face-to-face созвонов с каждым из сотрудников. Я видела эту рекомендацию в вашем списке прямо несколько раз. Обучите сотрудников техникам подачи и принятия конструктивной обратной связи и конфликт-менеджменту. Используйте инструменты мониторинга эмоциональных реакций. Мне очень понравилось, Анара, абсолютно согласна, не ругать, а поддерживать, это точно. Мне очень понравился инструмент check-in, check-out. Его можно использовать и в офлайн-группах, в обычных традиционных, и в удаленных группах. В чем дело? Когда люди заходят на митинг, они оставляют анонимные карточки, листы ответов с баллом положительных или отрицательных эмоций. То есть если вы пишете, там, например, от минус 10 шкала до плюс 10, люди зашли на совещание, у меня было настроение минус 3. Совещание прошло, я выхожу из совещания, и меня спрашивают, чекаут, значит, когда я выхожу с совещания, в каком настроении, какой у меня эмоциональный фон остался после совещания. Да, и я, например, пишу уже, было минус 3, стало плюс 5. Вы представляете? То есть понятно, через какое-то время мы можем проанализировать общую статистику участников, да, посмотреть на карточки. Мы не знаем, кто что написал иногда, это не так важно. Но как руководитель я понимаю, это совещание вызвало положительный сдвиг в эмоциональном фоне или отрицательный сдвиг в эмоциональном фоне. И очень важно понимать, что происходит и почему. Если вы видите, что эмоциональное состояние ухудшилось у большинства из вашей группы, то у вас будет повод спросить у них. Может быть, использовать какие-то другие каналы, более узкие, для того, чтобы понять, почему происходит это. А если наоборот падает? Конечно, Гульнас, но тогда нужно анализировать. Это повод. Не должно падать настроение, потому что в плохом настроении люди творчески работают хуже, чем в хорошем настроении. Это однозначно, меньше энергетики, ближе мы к эмоциональному выгоранию и так далее. Строить философию соревнования с собой прошлым, не друг с другом, то, что мы с вами часто делаем в наших KPI, а с собой прошлым. Это вот как раз и есть философия самосовершенствования. В прошлом году я сделала это, но я точно знаю, что на следующий год я должна сделать еще лучше. Я прихожу к руководителю со своими идеями того, в чем я могу совершенствовать результат, процесс, там, не знаю, или усовершенствоваться для того, чтобы организация от этого получила выгоду. Если я ничего не могу предложить, что улучшается, ну, тогда я сама для себя задаюсь вопросом. Я перестаю развиваться? Как долго я буду нужна организации, если я перестаю развиваться и обеспечивать прогресс? А если есть факторы, на которые мы не можем повлиять, например, коронавирус? Да, Яна, тогда люди зайдут на совещание. Я надеюсь, что коронавирус случился не во время совещания. Да, тогда люди зайдут на совещание с минусом и уйдут с минусом. И вы должны понимать, что ваше обсуждение, то, как вы взаимодействуете, не помогают людям сконцентрировать энергию, да, которая начинается с эмоциональной реакции. Не надо быть лучше, чем кто-то, а лучше быть, чем вчера. Да не я. Вот в этом как раз и моя мысль. Большое спасибо за перефразирование. Идем к следующему слайду. И здесь уже от разных экспертов, я постаралась поместить всех экспертов, чьи идеи я использовала, чьи идеи мне очень понравились, да, в список под названием слайда. Первое. Никогда не бывает слишком понятно. Поэтому не стесняйтесь уточнять. Это очень важно для дистанционных групп, команд. Второе. Обеспечьте четкий порядок взаимодействий.
это словарь акронимов и используемых аббревиатур. Мы все знаем, мы ожидаем, что все знают эту аббревиатуру. Нет, может быть, не все, может быть, есть другая интерпретация этой аббревиатуры. Обязательно делайте такой словарик общедоступным. Время ожидаемого ответа нужно обязательно оговаривать, чтобы это не раздражало других людей и не повышало негативный эмоциональный фон. А то, представляете, я такая важный вопрос вам задала, для меня очень важный, а вы мне не отвечаете в течение, не знаю, двух дней. И я про себя думаю, ты посмотри, игнорирует меня. То есть у меня внутри начинается вот эта фрустрация, которая совершенно не помогает мне думать творчески, правильно организовывать себя. Мы часто боимся быть глупыми, показаться быть глупыми, совершенно верно. Основные стандарты использования коммуникационных платформ и так далее. Установите графики регулярных совещаний. Создается своеобразная рутина, и психологи нам говорят, что создание рутины снижает стресс. Что-то в твоей жизни, вот в этой динамичной ВУКа-среде, должно быть постоянным. Кстати, я вчера эту рекомендацию услышала и на своем любимом сайте для родителей. Российский сайт есть Family 3. 3, они обозначают цифрой 3. И вот там один из экспертов делится тем, что и в семье, чтобы не сойти с ума с детьми, вот в закрытой квартире небольшой, я могу себе представить, да, если этих детей двое или трое, да, то нужно обязательно создавать рутину вот, в графике, в расписании дня. Что-то должно быть постоянно происходить в одно время, и мы должны придерживаться. Ну, Рия, точно, насчет ожидания в точку. Мы понимаем друг друга. Видеозвонки, конференции создают ощущение присутствия офиса, которых не хватает виртуальным командам. Минимизируйте свою цифровую громкость. Не бомбардируйте людей сообщениями. Каждый звонок, смс или письмо – это некоторое виртуальное вторжение в рабочее пространство. Продумывайте, как это сделать. Сели, написали, сохраните. Может быть, сейчас не отправляйте. Представьте, что человек сидит, работает, он только погрузился в задачу, и тут ему 3 или 4 смс-ки, телефон постоянно жужжит. Да? И он и отключить его не может, потому что рабочий день. Да? Может быть, после рабочего дня я бы отключил совершенно спокойно. Да? Переписка бесконечно отвлекает. Сконцентрироваться нельзя. А последние исследования подтверждают, что при переключении с одной задачи на другую задачу мы теряем, мозг наш теряет где-то около 14-16% производительности. Вы представляете, как сложно людям сосредоточиться, если мы их постоянно бомбим? Поэтому, может быть, даже делать какие-то коридоры для общения или бронировать какие-то часы, когда человек может забронировать 2-3 часа, когда его никто не беспокоит, чтобы он мог сосредоточиться. Ну вот, Жанкужа, семейные чаты мы проконтролировать с вами не можем, но хотя бы рабочие давайте. Добавьте человечности. Последняя рекомендация. То, что в офисе принято ограничивать, на удаленке следует поощрять. Человеческое общение, шутки, не знаю, какие-то, может быть, там даже личные вопросы друг другу. То, что люди с анекдотами что-то друг другу рассказывают. Имейте в виду, в удаленке этого явно не хватает. Единственное, нужно так это организовать, чтобы не мешало рабочему процессу. Поэтому вот мне нравится идея отдельного такого приятельского чата в вашей команде межличностного и отдельные каналы рабочие. Мы рабочие каналы не засоряем, но в приятельские каналы мы можем обязательно бросить, ну, не знаю, какую-то смешную картинку, смешную фотографию. Ну, сегодня меня порадовало эмоциональное выступление одного из мэров итальянских городов, когда он сказал, зачем вам прически, гробы закрыты, и вас никто не увидит в этой прическе. Значит, они все пытаются остановить людей, и смех, и грех. А можно так ставить себя на место сотрудника, совершенно верно. А можно перейти на следующий слайд? Плюсиками поставьте, если вопросов никаких нет. Угу, все, первые 10 человек меня отпустили, я с чистой совестью переключаюсь. А какие моменты чаще всего раздражают в удаленном формате и как их минимизировать? Ну, во-первых, это нарушение привычных временных рамок, слишком поздние или чересчур ранние сообщения. Ну и подсказывайте теперь. А что делать-то? Вот если мне эта мысль пришла
ну, в 12 часов ночи, потому что я сама только закончила, ну, не знаю, работать над каким-то документом. Правила чата, правила инструкции. Угу. Записать, писать записки, собирать мысли. Угу. Разработать правила и обсудить их. Мы разрешаем или не разрешаем? Ой, Ануар, браво, отключить уведомления. Угу. Правила нужно разрабатывать вместе. И может быть просто договориться, да, что мы скидываем это там, ну не знаю, там куда-то. Ночью можно отправлять по почте, а не на WhatsApp. Ну, например, договориться. Или если у нас есть рабочие телефоны и есть личные телефоны, то мы говорим, понятно, что мы все после 10, например, договорились и отключаем рабочий телефон. Да, авиарежим после 22. Прямо, да, Мухтар? Один в один у нас с вами мысль пошла. Если мы отключаем, то совершенно спокойно я пишу тебе, когда мне пришла мысль, а ты ее прочитаешь, когда ты проснешься утром, да, ну, потому что, да, мы дальше поговорим о разных типах наших сотрудников удаленных, и у некоторых просто нет другого шанса. Я не могу утром отправить, потому что я буду, ну, вот раньше счастливое время мы летали там куда-то, уезжали куда-то, или, может быть, я элементарно буду спать до 10, потому что я работала до 2 часов ночи, у меня был пик производительности, или я делала, решала какую-то очень срочную задачу. Слишком долгие ответы, мы с вами это оговаривали, да? И какое решение для слишком долгих ответов? Опять мы договариваемся и устанавливаем стандарты ответов на такие-то вопросы, такие-то ответы. Можно еще простандартизировать и оговорить, что если мне нужен срочный ответ, то я использую определенный канал. Да? Я использую определенный канал. Ну, например, я вам на WhatsApp написала, вы мне не ответили в течение там 10-20 минут. И я говорю, если это вот прямо urgently приоритет номер один, то я могу вам позвонить на сотовый телефон. И если вы видите мой звонок, то вы понимаете, что это очень приоритетная вещь. То есть, опять-таки, нужно договариваться. Усугубляющаяся потенциальная возможность ложных интерпретаций, эмоциональной составляющей сообщений и проецирования. Мы с вами об этом говорили. Я переживаю... Да, вот в следующем пункте я переживаю сокрытие откладывания эмоциональных реакций получателей. Правильно ли вы меня поняли? Во-первых, я сама могу неправильно что-то понять. Тогда выход один. Если я могу неправильно вас понять, что с этим можно сделать? Принять правила, чтобы ставить вопросы, сказать, кому адресован, отвечать потом обязательно. Угу. Ну, я, видимо, про слишком долгие ответы, да? Обратная связь. Совершенно верно. Спросите. Давайте договоримся, что если у меня есть какие-то сомнения, понимаю, что вы не для себя, что вы не хотите испортить мне настроение, но у меня портится настроение после вашего сообщения, да, я обязательно могу спросить, я уточняю, это так или не так. Алишер, перефраз. Классическая техника обеспечения понимания, да, объяснение в другом формате и так далее. Здесь важно развивать эмоциональный интеллект, проводить тренинги. Совершенно верно, Бибигуль. Единственное, что сразу он быстро не развивается, да, поговорить по-другому, спросить, ну, уточнить. В любом случае, если вдруг вам показалось, что достаточно агрессивно или негативно что-то к вам пришло от коллеги, уточните, объясните свой вопрос, что я вас верно поняла или неверно поняла. А вот сокрытие или откладывание эмоциональных реакций получателей, то есть я волнуюсь, правильно ли... Ну, человек понял мое письмо, да, что можно здесь сделать? Можно договориться, чтобы использовать, ну, какие-то различные смайлики, да, и говорить, что мы без ответа не оставляем, и опять-таки уточнять. Технический, пятый пункт, технические возможности отключения участников во время групповых совещаний. Согласна, Данияр, спросить, если ответ... не соответствует вашим ожиданиям, не совсем адекватный, на ваш взгляд, тогда еще раз объяснить. Или уточняющий вопрос, совершенно верно. Вот про технические возможности отключения участников слышали, что ведущий митинга может кого-то отключить. И это на самом деле, говорят, очень раздражает людей. Представляете, это вас вывели из комнаты насильно, если мы говорим о традиционных совещаниях. Что можно сделать? Как договориться в команде? Но в какие-то моменты мы вынуждены это делать. У
удалиться собой. Тахмина, абсолютно. Я вот согласна. Оно, может быть, вы так с улыбкой написали, а я согласна, что надо удалиться самой. Человека заранее предупреждайте, что регламент такой-то. Мы все понимаем, договариваемся, что уровень доступа к информации разный, вовлеченность в обсуждение каких-то вопросов разные. Все, мы, ну вот нарушителя удаляем. Я, честно говоря, не знаю, наверное, это тоже можно оговорить, да, но это можно обговорить обязательно какими-то нашими правилами заранее. И попросить человека, то есть поблагодарить его, даже не попросить, поблагодарить его за участие, сказать, что его вопрос на этом завершен, обсуждение вопроса, да, и дождаться, пока человек сам отключится. И с какими-то людьми переговорить отдельно, до совещания, да, после совещания, Яркен, абсолютно согласна. Большие потоки плохо структурированной информации. Мне выслали 4 письма, в котором в одном один эксперт точно за, в трех эксперты точно против, но вот они как-то не очень убедительны. И я в итоге не понимаю, мы приняли это решение, мы за или нет, какую альтернативу мы используем. Поэтому мы как руководители должны быть очень структурированы. И в выступлениях просить, высказываться максимально конкретно, чтобы не было никаких мисс-интерпретаций, потому что это главная проблема дистанционных команд. С вашего разрешения пойду к следующему слайду. Да? Первое, что мне понравилось, что расстояние может быть физическим, это время и место, организационным, размер команды, уровень квалификации, пропускная способность системы, и родственным. Ценности, доверие, взаимозависимость. Вот про родственные расстояния мы с вами уже достаточно подробно поговорили, когда говорили о том, что как создать атмосферу безопасности в группе, да, и доверие. Вот это вот про родственное расстояние. Про два других у меня есть парочка рекомендаций. Я вижу, что мы с вами так хорошо разговариваем, что чуть-чуть выбиваемся из графика, поэтому а мне еще хочется ваши вопросы услышать. Первое, если расстояние физическое и есть временные расхождения, да, в расписании работ, типы сотрудников и особенности их информационных потребностей в формате удаленной работы. Это я взяла из пособия Microsoft. Кстати, очень рекомендую. Microsoft много полезных вещей сделал, и у него есть парочка интересных пособий для удаленных команд. Первый тип – это полуношник. Что ему нужно? Ему нужен доступ к нашему хранилищу. Да, это вот как раз из той серии. А если мне мысль хорошая пришла поздно ночью, я эту мысль отработал, не терпится ножника в другой поисковик отправить. Да, не терпится поделиться, потому что завтра он с утра будет спать до 12, если мы хотим, чтобы он восстановился, да, раз он всю ночь работал. Значит, что должно быть? У него должен быть доступ в первую очередь к хранилищу. Мы должны понимать, что к утру полуношник что-нибудь нам там наваярит. Путешественник много переезжает, работает в аэропорту, в дороге, нуждается в безопасности, рассчитывает на мобильный доступ, да, и безопасность на любом устройстве. Ага, Бибигуль, значит, сочетание типов. Я полуношник-путешественник. Да, не готов, видимо, был Microsoft к таким вариациям. Камевояжер часто вне доступа, но синхронизируется, как только появляется доступ к сети. Значит, мы должны понимать, что часть наших сотрудников не будет иметь постоянного доступа к сети. Да? Нам нужно обеспечивать обновление базы данных для того, чтобы как только у него появится сеть, он мог получить самые последние свежие версии, да, и сбросить нам свой материал. И кто-то должен быть готов этот материал принять и обработать. Переселенец. Это тот, кто работает издалека из-за рубежа. Да? У них свои нюансы. Внешний эксперт – это человек, который имеет доступ не ко всем данным, да, только к части, и он нуждается в поддержке. Да? И мы это должны понимать. Таким образом, если мы понимаем, что у нас работают разные люди с разным графиком работы, с разными особенностями доступа в сеть, то мы с вами можем эти особенности слегка нейтрализовать. Про организационное пространство. Ну, мне показалось, что в организационном пространстве технические лайфхаки в самый раз. Первое. В приглашение включайте рабочие материалы и материалы для предварительного ознакомления. Это хорошо работает с теми коллегами, которые не могут сразу войти в режим работы,
кто не умеет пользоваться какими-то платформами и инструментами, ну, например, там конференциями или еще что-то, они должны иметь возможность себе традиционно скачать. И у меня такое было. Человек себе закачивает, ему высылаешь там за 2 дня, он себе еще и распечатывает. То есть мы все работаем с электронными документами, а человек сидит, работает с распечатанными копиями у себя. Пусть работает. Самое главное, чтобы он давал результат и чувствовал себя при этом ну, в процессе вовлеченным. Видеоконференции. Дублируйте приложениями типа Planner, Asana, Trello, по которым можно отслеживать прогресс исполнения. Делайте видеозаписи совещаний, если это разрешено политикой, чтобы человек мог пересмотреть, или если у него прервалась связь, или вдруг какие-то другие дела, потому что раз мы работаем в удаленном режиме, то и у нас и график более автономный, и мы можем что-то планировать, там, не знаю, задержались, интернет стал плохой, отключила меня, выбросила из сети. Да, я буду знать, что будет в записи, я все равно буду в курсе дел. Кстати, используйте видео, если интернет-соединение хорошее. Если нет, оставляйте только аудио. Вот эти моменты мы тоже у себя в совещаниях используем, когда мы первые минуты включаем все видео, здороваемся. Иногда бывает, если группа большая, зависаем, там что-то такое. Но, по крайней мере, мы улыбнулись друг другу, посмотрели. А потом мы говорим, да, давайте отключим, потому что связь не очень хорошая. Ну, в общем, делали это по наитию, но сегодня я это нашла прям точно практически у всех экспертов, которые дают вот такие технические советы. Используйте при наличии опцию размывания фона. Вот в GetResponse нет такой опции, в Teams есть такая опция, и это очень удобно, потому что не отвлекается, никто не рассматривает, что у тебя за спиной, там, не знаю, там, какая обстановка, что кто-то ходит, потому что люди могут работать из дома, и понятно, что, слава богу, у кого-то есть семья, да, и что-то происходит в этой жизни. Когда размываем фон, то концентрация только на человеке, с которым ты разговариваешь. Обязательно пользуйтесь кнопкой отключения звука. Но, может быть, вы обратили внимание, что я вот первый раз воды попила с включенным микрофоном, и потом подумала, что теперь все четко услышали звуки того, как я пью, глотаю воду. Ну, в общем, на самом деле это не очень хорошо, потому что такие звуки могут быть и за стеной, это могут быть документы у меня на столе или еще что-то такое. Поэтому лучше отключать на какое-то время. Если ты не говоришь, мне, конечно, сложнее, если ты не говоришь, отключайте звук. Да, это делает само пространство чище и тише. Так, Екатерина спрашивает, может ли человек на удаленке рабочие часы двигать на свое усмотрение в течение дня? Я думаю, конечно, может. А в чем тогда смысл удаленки? Единственное, что мы должны согласовать заранее вместе, в какие часы мы будем пересекаться. Должно быть обязательно пересечение рабочих часов. Вы можете начинать чуть позже, но мы все знаем, что там мы начинаем не там, в 9 и 8, как традиционно, но всегда в 11 у нас с вами будет там общий митинг. Да, ведь главный результат, а не в процессе. Но иногда для каких-то вещей явный процесс тоже важен, потому что мы же говорим еще и о сервисе, и о внутреннем сервисе, когда я предоставляю услугу какую-то для моих коллег. И тогда я должна быть доступна в то время, когда я им нужна. Но это все оговаривается. Управляйте оповещениями через настройки профиля, чтобы себя не сильно нервировать. Да, что приходит оповещение, постоянно жужжит. Не от всех нужно получать эти оповещения дома. Да, какие-то вы получаете только один раз в день, в течение часа какого-то все оповещения приходят, например, от этой группы, потому что она не является приоритетной для вас. От каких-то групп или от каких-то ваших партнеров или контактов приходит оповещение сразу, как только вы получаете информацию от этого человека. Ну и обязательно то, что я делаю, продублируйте приложение на смартфоне. Вдруг эта сеть перестала работать. Вы помните, что мы всегда технически зависим, чтобы я могла перейти на мобильный интернет, да, и использовать какой-то другой канал. Какую-то работу, от которой не зависит, что-то срочно переносить на вечер, например, или на раннее утро, да. Спасибо, Алишер, спасибо. Так, про это мы уже с вами говорили, поэтому я быстро переключу, да. Можно ли учесть психотипы сотрудников при организации удаленной работы? И я здесь громко кричу «да». И, например, мы с вами знаем экстраверсия, интроверсия. Для экстравертов и интровертов надо использовать разные каналы, более комфортные. Ага, Талгат пишет «нет». Вы пишете, это ваш комментарий к этому слайду, Талгат?
Ага, да. Ну вот здесь наши мнения разошлись. Было бы интересно услышать, почему вы так скептичны в этом вопросе. А я очень оптимистична. Я считаю, что обязательно нужно, надо понимать, что не все готовы выступать в неизвестность, например, там, да, кому-то легче написать свою идею, подготовить документы и расчеты и выслать. И мы будем знать, что человек не будет выступать у нас на митинге вот так активно. Кто-то может перебивать докладчика и высказывать различные точки зрения, даже критические, а кто-то будет писать на чате, да, потому что, хотя у него есть возможность проговорить это. Вот, ну, например, в группах до 25 человек практически все платформы дают возможность сегодня говорить, осуществлять прямо реальные, да, звонки, видеозвонки. Мы видим друг друга и говорим друг с другом. Но не все даже воспользуются этой опцией. Поэтому смотрите на чат, просите интровертов, например, заранее рассылайте им что-то такое, чтобы они готовили свою точку зрения. Потому что интроверты работают лучше в одиночку, без людей. А экстраверты, у них в большинстве своем самые плодотворные идеи, они приходят в присутствии людей. У них триггеры роста энергетики собственной очень разные. Это даже не вопрос открытости и закрытости. Это вопрос того, когда ко мне приходит воодушевление, вдохновение. У экстравертов оно приходит в присутствии других людей, поэтому их очень полезно вместе собирать и все проговаривать. А у интровертов они приходят наедине с собой. Поэтому дайте им возможность поработать с какой-то информацией самостоятельно. Размеры рабочих групп. Лиза, чудесно, диск обожаю просто. Планирование заданий и так далее. Вот если люди жаворонки и совы, удобные часы пересечения графиков. Тоже можно же, правда? Вот и был же вопрос этот, на самом деле, от кого-то из участников. Общие базы данных с постоянным доступом нужно обеспечивать, потому что мы должны понимать, что кто-то работает в совершенно неожиданное для нас время. Ну вот если кто-то знает про эннеаграммы, то там есть 9 типов и 3 группы мотиваторов. То есть если вы понимаете мотивацию человека, она у них разная у людей. У кого-то на признание, у кого-то на любовь, у кого-то на безопасность, то вы, учитывая эту мотивацию, выстраиваете процессы так, чтобы они удовлетворяли свою вот эту триггерную потребность в самой работе. В самом начале кто-то мне писал, материальное вознаграждение, не забывайте. Да, я согласна, это очень важно, особенно сейчас у нас будут, наверное, достаточно сложные финансовые и материальные времена. Но не забывайте, что сегодня весь мир говорит еще и о внутренней мотивации. И нельзя недоиспользовать ее потенциал. А это сделать работу интересной для самого человека, сделать ее понятной самому человеку, дать ему такую работу, которую он мог бы гордиться, которая его стала бы развивать. И вот здесь чем я могу гордиться, чем я увлекаюсь, будет зависеть от того, какую задачу вы мне даете, да, какой процесс вы мне предлагаете, в каком процессе предлагаете поучаствовать и поработать. А можно к следующему слайду пойти? Отпускаете? Ага, все. Отпустили меня мои участники, первая тройка, поэтому иду честно. Когда мы говорим про виртуальные команды, ключевое это слово команды, поэтому все, что работает для команды, оно, естественно, работает и для виртуальной команды тоже. То есть вот такое вот общие факторы главные, они одни и те же. А общий фактор, мы идем с вами от внешнего круга к внутреннему, да? Вот самым крупным шрифтом снизу это оргкультура и процессы. Посмотрите, во-первых, команда работает в определенной среде организационной. И мы, оценивая результаты работы нашей команды, должны понимать, что в каких-то условиях работать легче и достигать результатов, а в каких-то сложнее, меньше результатов будет. Следующий зеленый круг – это общая цель. Если люди разделяют цель, если они за нее переживают, если они принимали участие в ее формулировке, уточнении, да, то это делает каждого целеустремленнее, продуктивнее и счастливее. Это очень важно. Еще один вот такой рыжий, да, коричневый круг – конструктивные противоречия. Используйте конфликты во благо своей организации, потому что без конфликтов по важным вопросам мы с вами не найдем лучших решений. Если мы во всем будем соглашаться, то, конечно, мы будем, ну, двигаться или очень медленно, или топтаться на месте. Вообще надо формировать отношение к разногласиям и к разным точкам зрения как основе прогресса.
Если мы этому научим наши команды, то, конечно, динамика команд будет значительно успешнее. И в самом сердце команды – это доверие и открытость, о котором мы с вами говорили. Это понимание и принятие других, вот разных, непохожих, но дополняющих меня. Мы как пазлы разные, и форма другая, и цвет другой, и может быть, наполнение какое-то разное. Но чем более не похож на тебя человек, тем больше вероятность, что он тебя дополнит, и вы станете чем-то более устойчивым. И сопричастность. Для этого нужно сплочение и нормы, которые мы в группе разрабатываем неформально иногда, но все их придерживаемся. И вот если нам с вами удастся в удаленной группе обратить на эти факторы, на эти слои нашего успеха внимание, то мы точно справимся с различными задачами различного уровня. Хочется вспомнить слова Дарвина. Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Ведь это относится не только к животным и к людям, это относится и к командам. Давайте не растеряем свои сильные команды при переходе на удаленный режим работы, на дистанционный формат. И построим новые команды, очень жизнеспособные. Я хочу вам пожелать здоровья и успехов. И жду от вас какие-то вопросы ко мне. И обращу внимание, что на следующем слайде у меня есть список источников, ресурсов, которые я использовала. Извиняюсь, вот они, технические моменты, да, что, к сожалению, выбросило меня из системы. А экран, да? Сейчас. Так, где? Не вижу. Ну все, я думаю, что вопросов вроде нет, поэтому можно и без экрана. Угу. Баян, спасибо, рада вас видеть. Прям ужасно хочется обнять. Обязательно получите материалы, Даурен.
Жибек, и так будет на каждом вебинаре, Атлмай, я в этом просто уверена. Приходите на следующие вебинары. Гульсим, спасибо, что были с нами. Асем написала «Йо». Я надеюсь, что это что-то приличное. Так лучше? Убрали? Ой, не увидела вопрос, да? Что-то этот вебинар. И не увидела вопрос, да? Я отключу звук, я вижу, что еще разговоры идут, но имейте в виду, что я с вами. Спасибо. Да, конечно, со мной можно будет связываться. Я надеюсь, что наши контакты есть через Алмаю. Пожалуйста, пишите мне на Facebook, ну вот через мессенджер, да? Напишите, что вы вот с вебинара такого-то, если мы еще не знакомы. Конечно, с удовольствием будем общаться, я буду рада помочь. Мы в эту непростую ситуацию должны друг друга поддерживать. Очень хочется быть полезной. По имени, отчеству, просто по имени.
Нет, не задели. Все имеют право на собственное мнение. Я подумаю над вашим замечанием. Вдруг смогу его принять и понять. Надеюсь.